Для проведения ветеринарного обследования животных и условий их содержания, а также определения дальнейшей судьбы мармлеков, собрана группа из 12 ученых-экспертов. Это представители рыбохозяйственных институтов, институтов Российской академии наук, ДВФУ, специалисты Центра океанографии и морской биологии. Перед учеными поставлена задача провести комплексное обследование физического состояния и здоровья животных, а также условий их содержания. При выявлении каких-либо заболеваний будут предложены индивидуальные программы лечения. У нас запланирован отбор, параллельный отбор на несколько лабораторий и в разных институтах. Часть анализов, анализы крови, например, клинический анализ, берем мы анализ, который будет обрабатываться здесь, во Владивостоке. Мы берем анализ, который будет отправлен в Москву и будет обрабатываться в институте прикладной ИПРАН имени Сеченова. И таким образом мы получим независимые оценки. Также на каждое животное будет составлена подробная анкета, включающая информацию о физическом состоянии, рационах питания и индивидуальных особенностях. Все эти материалы, какие медицинские препараты принимала, какую витаминопрофилактику получала каждая особь, все эти материалы будут собраны и переданы на консилиум. И дальше мы будем определять судьбу каждой особи персонально. Так как касаток всего 10, решили именно с них начать сбор анализов. До конца месяца проведут аналогичную работу с белухами. Евгений Черемухин, Дмитрий Беломестнов, новости на восьмом.